феврале мы планируем открытие нашего нового бассейна. И наши жители его ждут очень давно, фактически с 2012 года. Он готов, он построен. Остались пусконаладочные работы по теплу, подвоз необходимого оборудования. Это шкафы, раздевалки, специальные тренажеры для пловцов, медицинский кабинет. Я хочу поблагодарить губернатора Кубани. Без его подключения невозможно было бы открытие и невозможно было достроить наш бассейн.